И всем привет! С вами Александр Навасов, и сегодня у нас такой интересный видеоролик. Как-то так. Ладно. Сегодня я опять буду раздавать предметы. Победителем прошлого конкурса вы их сейчас увидите. Я записал на Ренстафе, кто победил. Ну а сейчас я начну опять в напарниках играть. Так что приятного вам просмотра. Итак, я зашел на свой видеоролик. Вот вы все видите. Это мой видеоролик. Тот самый. Сейчас я буду выбирать рандомного победителя. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 комментариев. 12 комментариев. Значит, заходим мы на Ренстаф. Я уже зашел сюда. Выставляем значение 12. И от 0 до 12. Смотрим, кто победил в конкурсе на коллаж бустов красок. 4. Число 4. 1, 2, 3, 4. Иван Иванов. Все, ты забираешь бустов красок. Поздравляю. Итак, нашлась карта. Сейчас у нас будет розыгрыш. Погнали. Хай. Минус один. Какое его время на нашей стране? Да ладно. Убил. Может в доме. Может нет. У меня один. Зашел. Вот так вот. Бля, сорян, я просто обосрался, поэтому кинул сразу бомбу. Минус один. Он снизу, у меня. Понял. Изи, спасибо за игру. Итак, мы победили в этой катке, а значит, я ему отправляю ножик. Выбираем его, вставляем, и все, это просто штык-ножом 9. Гамма-волны просто Рамзес уходит. Все, подтверждаем. Все, и нажимаем предложить обмен. К сожалению, профиль у него скрыт, поэтому я не смогу вам показать инвентарь, то что он принял этот нож, но он его принял. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.